не разговаривали, простили, какие целевые направления выбрать от всех или иных задач, целей. Говорили про визуальную коррекцию фигуры, говорили про эмоциональный настрой, да, какие эмоциональные настроения присутствуют в гардеробе, как правильно все сочетать, с чем носить. И как всегда выглядеть и чувствовать себя великолепно на все 100. Эти мероприятия очень нужны, нужны особенно и в нашей Костроме, это везде. И хорошо, что это началось у нас, это движение в Костроме, для того, чтобы женщины стали еще лучше, красивее и одевались настолько приятно, чтобы было можно взглянуть. Когда мы выходим на улицу, мы видим грустные, серые как бы лица, а здесь как бы застрагивается и одежда, и лицо, и фигура, как бы все. И это движение, я хотела бы, чтобы оно и дальше продолжалось, взять свою жизнь в свои руки. В продолжение этой темы хочу сказать, что ее сейчас надо брать и показывать этим пример то, что ты хочешь, каким ты себя хотел видеть, и при этом как бы еще и оставаться всегда молодым. Сегодня Fashion Девичник 2017. Мы приглашаем тебя на грандиозное событие, которое произойдет совсем скоро в нашем городе. Женский форум «Кострома Вумен» в поддержку женского предпринимательства. На форуме «Кострома Вумен» возможно кому-то повезет. Именно на этом форуме пройдет конкурс «Королевой бизнеса», и возможно именно ты ей станешь. Приходи, действуй, бронируй билеты, мы тебя ждем.